Азербайджан выступает за мирное сосуществование народов по принципам международного права, а Армения до сих пор не показывает конструктивного подхода по трехстороннему заявлению. Об этом заявил в среду 17 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Иваном Корчиком в Баку, передает канал 13. Официальный Ереван должен прекратить попытки перебросить в Азербайджан своих военнослужащих. Иначе это создает угрозу миру и стабильности в регионе, отметил азербайджанский министр. По некоторым положениям трехстороннего заявления от 10 ноября мы все еще не видим конструктивного отношения Армении. Согласно ему, Армения взяла обязательство вывести все военные подразделения с территории Азербайджана, добавил Байрамов. Далее он отметил, что армянская сторона также отказывается предоставить Баку карту минных полей, что является продолжением агрессии против Азербайджана. Как известно, с 10 ноября до сегодня в результате подрыва на минах на освобожденных от оккупации территориях погибли 18 человек, еще 78 получили ранения, сказал Байрамов, отметив, что последний инцидент был зафиксирован вчера. На мине в Агдамском районе подорвались 6 человек. Глава МИД Азербайджана также подчеркнул, что мировое сообщество и международные организации должны оказать давление на Армению для передачи Баку карт минных полей в Карабахе. В продолжении министр отметил, что Азербайджан всегда демонстрировал позицию в соответствии с принципами международного права, и мы сторонники сосуществования народов в условиях неприкосновенности границ стран, сказал Байрамов. В свою очередь, Корчик выразил поддержку Братиславы трехстороннему заявлению Азербайджана, Армении и России. Он также выразил готовность Словакии оказать поддержку Азербайджану в постконфликтный период и намерение своей страны развивать отношения с Баку в различных сферах.